мыслях они уже выбирают мебель и продумывают дизайн новой квартиры. В торжественной обстановке глава городского округа вручил молодым семьям сертификаты на покупку недвижимости. Вы знаете, что вы можете вторичное, приобрести жилье. Если какая-то нужна помощь от нас, мы готовы с Алексеем Витальевичем вам помогать. Может быть, юридически что-то нужно оформить. Наверняка много бюрократии есть, как всегда. И нужна какая-то помощь. То есть мы готовы отдельно индивидуально вам помочь. Получить сертификат могут молодые семьи, зарегистрированные в городском округе. Но есть определенные требования. Одно из них – проживание в квартире площадью менее учетной нормы – 10 квадратных метров на человека. Конечно, хотелось бы в черте города, там, где живем, да, там и приобрести свой уголочек, свой уютный домик. Конечно, рады всегда, когда есть поддержка со стороны государства, со стороны своей родной, скажем так, администрации своего родного города, да, это очень здорово, это очень хорошо, что есть вот такая для молодых семей поддержка. Поэтому мы очень благодарны администрации и тем людям, которые помогали нам в оформлении этой субсидии. Программа обеспечения жильем молодых семей позволяет оплатить сертификатом до 35% стоимости квартиры, а также построить дом или погасить ипотеку.